Пост ГАИ закрыт, двери на замке. Но святое место совсем не пусто. Ваша губернатор сейчас выйдет. Чем? Мероприятие идет. Какое? Робот. Мама дорогая, и начальник в штатском, и ОМОН. Говорят, объект режимный. А что это за объект? Пикет функционал. Где же еще водителю защиты искать? Ведь на трассе кого только нет. Вот и встал под сень родной полиции, а она гонит прочь. Основание-то такое. Почему убрать машину? А убрать-то зачем машину? Машину зачем убрать? Зачем убрать машину? Запрещено? Стоять запрещено? Пункт правил, который запрещает мне стоять. Сошлитесь на норму. А нормы-то и нет, тем более пост ДПС не режимный объект. Но надо помнить, запретить остановку и стоянку могут не только правила дорожного движения. Запретить может даже любой полицейский, но при наличии достаточных оснований. Таким основанием, например, может служить распоряжение начальника ГАИ или управления внутренних дел о проведении специальных мероприятий. В рамках таких операций сотрудник полиции вправе сам принимать решение, кому и где стоять. А вот предъявлять письменное указание о проведении спецмероприятия сотрудник полиции не обязан, так что придется верить ему на слово. Особо же недоверчивы могут проверить, обратившись в дежурную часть, и даже увидеть приказ о спецмероприятии, если он, конечно, не содержит, что называется, военной тайны.